Сразу несколько уголовных дел возбуждено по факту стрельбы в Благовещенском колледже, в том числе о ненадлежащей охране здания и по факту халатности и руководства учебного заведения. Ученик колледжа открыл огонь из охотничьего ружья по сокурсникам. В аудитории в этот момент находились около 20 человек. Один учащийся погиб, пострадали 5 человек. Двоим помощь оказана на месте, трое доставлены в больницу. Из них двое остаются в тяжелом состоянии. Заходим в туалет, там он стоит с ружьем, направил на моего одногруппника. Мы все встали в ступор, не понимали, что происходит. И он говорит, типа, уходите отсюда быстро. И мы убежали. Забежали в нашу аудиторию и забаррикадировали двери, закрыли и ждали сотрудников. Когда к зданию прибыли полицейские, нападавший начал стрелять в их сторону, но не попал. Его заблокировали в аудитории, где, по данным следствия, он покончил с собой. Задержан охранник колледжа. По данным Росгвардии, у него не было разрешения на работу и соответствующей квалификации. Причина преступления пока остается неизвестной. По данным следствия, стрелок вел огонь из охотничьего ружья, зарегистрированного на его имя. На учете в полиции он не состоял. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.